А три спек, у тебя просто появляется еще одна иконка на третий спек, да? В смысле? Ну, да. Типа вот где переключение, да. Только вот да, у меня да. две, а у тебя третья. Да. Видел, у челика 6 спеков было на друиде. Ну на друиде реально спекнулся, все. Пинер тебе кинул. Сейчас давайте. Я ману попью. У нас в одного танка идем, Триш? Да. Ну, у нас на пол есть. Че тут они огнем бьют или? Огнем, да. Сейчас его бы такой заходит, меня кикнули, значит РТ закончился. Может быть. Можно что? Пойти спать. А, да, да. Потом наелся и спит. Фир. Репит просто. Без лута еще оставили его. Ну, если он нужен ему, это кинжал, ну, вряд ли. У него 260-й посок. У Экона 260-й дробяк. На него скарьер. Нам трем СПД этим РДДшникам надо. У меня правая рука, кинжал. 245-я. Ты хочешь кинжал? Блин, я вообще хотел. Тоже. Нет, если тебе застроил, то ладно. Просто я не скоро поменяю, в этом проблема. А ты прям сейчас поменяешь, да? Не прям сейчас, только с шаркой. Не, ну, Экон может скрафтить. Ну, зачарить. Только реги с банка взять. Там он еще без сокета. А короче, оставь себе подогрел с этими. Да свершится, предмочь. А потом падает посох 260, и я его тоже стрелял. Не-не-не. И ты такой, минуточку. Не вуду сломал. Норик, а каких мы боссов идем? На 4 босса первых, да? С первого коня дело, потом дойзен, если успеем, конечно. А Лёхи с нами ж не было? Тут ему тактику придется объяснять. А, блядь. Ну ловчего я помню. Вот тут он рейд не вапнет, если умрёт. Да, тут Экон все в соло хилит просто. Деву я знаю тактику, а вот Мороуза и смотрите. Я вот целком на соло хилит. Соло-то перебил. Ему Валамир собери, потом пусть. Ну, кстати, там два хила можно еще. Не больно пробивать. Ну, надо задуматься над Валаниром, бля, там много. Там 30 осколков тебе. На полу есть? Нету, я отдал. Бейте, ну, через череп. 5 секунд на пол будет. Фир дали. Череп, бейте. Фир дали. Нет, я сейчас умру. Танк, победите череп. Умрешь, все спокойствие. Блин, фир дали. Лёха, ты победи моба к танку. Где ты его бьешь соло? Я его не бью. Вон, да, там огромный танки. Посмотри по агру. Я упал уже себе бью его в соло, запомни. Я сам соло. Ладно, не кричитесь. А я на жопе прокатился, блядь. И вот бы, ну, надо в гильдию ему написать. Там в дискорде же. Да, в принципе, да. Все. Эй. Что этот деталис мне покажет меньше ДПС, чем у меня было. А почему у меня? Ну, там он правильно показывает ДПС. Потому что у меня общий стоит. Ага, а ты же не настроил, ты же все скипнул. Сколько тебе показывает? А, нет, тип лучший сигнал стоит. У меня сейчас 7. У меня ты показано, что 9600 бьешь.
У меня 9800. А ну ты консолы хилит. Меня показано. Только у меня мана закончилась уже, по сути. Че, я тебе не... Я тоже имя раскинул. Зачем я... Герус фулл мана поставляет эко на соло хилит, я шо. Да я не успеваю, он там все цепнув из-за хилит. Дайте каски. А, и ВБ. Сейчас я скинул. Че его ВБ? Он написал уже, блин? А он уже все? Он не написал, что чего еще? Я думал, ты написал его гильдию, то что он уже пришел. Нет, я говорю, мы ждем его, чтобы он, если что, сбегал. Он сказал, на 10 минут отойдет. Мне сейчас показывают, ты 8 правда идешь. Да вот. Может, 9300. Но соло босса уже правильно ДПС показал. Я не согрел на соло босса. Он, знаешь, еще он так не выделяется, даже не хочется на него смотреть. Не, знаешь, что кажется, что он показывает ДПС по соло таргету. Он его бы пришел. Да, это. Все. Сейчас я суммоним его. Я освобождаюсь от полена хила. А, походу реально. Я меняю просто таргет, у меня то выше, то ниже. Надо да, чтобы я настроил, чтобы ой, еду просто. Потому что 9к с звездопадом в трэш, что-то не верю я в это. Спасайся, шкаф. Так, мы попроту будем пить или тут сами нормально будем? Делся плот. Чё, давай уже. С кем будем пить сопрота? Во, огнелист. У меня напали тоже там 29 штук огнелиста. Надо будет скрафтить эти. Что-то ты долго перерезаешься. Что-то я не могу даже где-то ГБ. А ИВП вообще сможет резнуться? Потому что я уж в телка нужно зайти. А. Все, резнулся, да? Отойдите от этого. Лёха, отойди, я не могу ГБ открыть. Боже, вы что издеваетесь? А можно мой фрейм починить? Я не настолько жирный. Лёха, тебе говорю, запиши видос, короче, и скинь на фон. Да они знают об этой проблеме. Так у нас... Дайте ребаф. Так они починить-то могли. Интересно, когда они успели фрейм сломать? Он, по-моему, сразу после Т4 сломан был. Красивая моделька расплачивается. Раньше он так не был. Скоро новый раз. Каски, я не знаю, сандаларских троллей. Чё, с сапротами? Механа гномов. Да, можно один трайп без сапротов. А, его бы. Мы только тебя ждали тут. Я тебе и разокинул. Перелот прописал, а ты мне что-то забагалось. Давай, Дима, крутим ДПС. Там сагрили уже, что? А, нет, там кубок 20к, 30к, 32к. Мало, вот, мало. Второго. Гнев есть? Не сдавал. Да. Сейчас следующий чувак. Вот бы гнев у совы работало как семечко у локов. Вот бы котов полез. Да, я сам. Вот жду этот реворков хантов. Хочу посмотреть, стоит ли вообще кого-то делать. Может там БМ заиграют. Прикинь. Все таки пишут ММ, нет, там БМ ханты тебе только нужны. А БМ они что-то вообще дают? Они дают 3% да. Нанесения урона. Связь оставили, называется. Как сделать, чтобы сова не садилась по мане? Никак. Давай
А ты двигался в Африке, что ли? Нет. Просто спамлю от говно и все. После скина Порше? Да. А чё вы? Это же больше ДПС дает. Да этот, гнев, если есть, то, пожалуйста. Ладно, можешь ничего не давать уже. Я решил я переагрить моба с РДД. Как РДД не умерли, а ты сдох? Не знаю. Может, на мне еще какой-то моб взял? Не умирай. Страшно. Так, там аккуратно, вот эко. Инер залей. Пусть там. Экон. Да. Пусть там нагрит танк. Да, не торопимся. Не торопимся, ребята. Тех не надо было агрить. Я напулил. Пока. Да, ну, двигал не выживет. Не, буду жить. Ну, чё, а это звездопад. Какой? Что, да, смысл он же не доставал? Да. Ебать, я хуй. Решил помочь. Запах да, кушай байпа. Это хуйня какая-то. Байп на трэше. Позор. А я не понял, там как звездопад-то достал? Забагался. Главное, звездопада-то и не было, по сути. А тут уже не работает? Но я повернулся, на него падала какая-то твоя магия, да? Такая сверху с неба. Да. И он потом резко всех притянул. Да, ты 13к нанес ему. Все. Надо просто вот в краешек зайти, где вот эти стоят мобы. О! И, ну и типа с той стороны, и там тогда уже давать. Угу. Гнев есть? Мана на него нет, блядь. А тебе и нарвал. Круто. А чё ты крутишь ДПС, Лёха, а? А что нельзя? Без напула. Ну, я такой же, как и ты. Боже, на 20 тысяч у меня кинули. Лучше лужу раскидывайте, чтобы ГДК больше оградишь. Походу надо будет джинса доставать. Там зачем джинс там починить можно? А, там есть починиться точно. Дай сразу каску, пожалуйста. Сейчас тут трашу, да? Угу. Да мне так кажется, что танком мы только из-за себя сюда ходим. Стоит этой ебаной лебарды. Да не выпадет. Нахер меня, меня это трэш бесит уже. Горожане. В смысле из-за меня? Лёха, сколько ты так километража наяриваешь туда-сюда? Да, вот это меня тоже прикалывает. Это же ты так кнопки в ротации нажимал, чем они. Туда-сюда. Дайте на агрик, не бейте. Да. Сейчас вылупит это. Я сейчас опять это с агрик. Пожалуйста, давай семинаться. Может подальше от входа их в Google. Сюда да, просто зайдите, вон где сова стоит, все. А знаешь, что прикол? Мне сейчас эта алебарда не так сильно нужна. Если 4-4 делать, то. Ну, пока не сделал. Бери. Пока дают. Ты же видел хаст ретрика? Все камни на хаст. Быстро атакует. Он экзорцизм за секунду. Тупо спамит экзорцизм. Без прока. Прок.
Ну, просто не шарить. Запал. Шарю. А вы представьте паладин из РПБ. А, ну вот рыбка сразу. Так, сейчас. Я жру первый, мне плевать. Блин, опять Лехин торгет. А я успел нажать. Так, РДДшки, давайте. Смотри, этот халява тыкает рыбу. А, ебать, да. Биг Брозер показывает тебе, да? Да. Можно понять, кто затыкал рыбу. Ага. Значит, Дима тыкает, да, рыбу? Ага. Двигался, стоп. Как на лбу кидать стрейт? Я люблю очень хорошо рыбу поесть. Что-то есть? Есть, есть. Кидайте стрейт. Так, тут аура от огня. Думаю, я выжил. Ну ты да, ты выживешь. Короче, велики, если за вами конь, просто бегите и все. Потому что когда за вами конь, он 100% попадает. Проверено. Я ложный выпад прожимаю, мне по 6 кадок, тогда бьет. Все, попал. Ну да, он не пугается, да. Это живот, да. Масла есть еще? А, кстати, масло. Если да. Что, можешь из ГБ взять. Как раз 28 секунд масла до титы. Ты будешь рассказывать? Ну там все знают, все знают. Ну, просто мягкий некоторые поход. По-разному танчат все. Лёхи, там, ты же потом в конце к воротам, да, стоишь на третьей фазе? Угу. Ну все? А на второй где? Там же, наверное, держишь, где мы. Нет. И у стенки. Ну, мы обычно здесь все держим. Да. Короче, муки вот эти, которые он кастует, один танк выбегает или все стоят, получают урон, когда он крутится на второй фазе? Оверхили. Который вместе. Разделяет урон, что ли? Да, да. Все вместе. А. Там просто под коняшкой надо будет, а с лампом тоже, если они одновременно делают. Все, давайте добьем. На стримилика, да? А, не, 4. Лёха. СС на ИВБ. Лёха, а чё ты там стоишь? Иди сюда. Я тут. А вот и недопонимание. Мы на первой фазе тоже там бежали. Вон. Ну, это был один из правил. А, видим, просто босс. Босс, там ку 13к, 14к на первом месте. Что происходит? Это пул. Забил. Сейчас упадет. Направляется. Процентов давайте теплим как можем. Прожмите сейвы. Я сейвы прожимал уже. Все. Блять. Отумена забери. Голуб. Все. Мастер, ты скажешь, когда? Гера. Да, скажи. Че, вы поближе станете или мне к вам подвести? Не, ладно. Блять, это номер. Ты как знаешь? Сразу ребахнул сюда. Двигался. Я дам байер сейчас. Уйдите, мелики. Даю байер. Сразу это даю и каску. Триста баф раздайте еще раз. РДД поближе к стенке к правой станции, вас задевает, когда он бежит. МА есть еще. МА, сдай. Не попал. Похуй. Я отбежал, и он меня ударил, в чём прикол. А айсбаунс дай сейчас? Он там вместе делает. Да. Тут как раз секунду оставал. Да, ну, ничего страшного. Нормально. Выжили. Сейчас разделённые будут. Надо сейчас похилить сильно. Разделённые будут.
Леха, прожмись тоже, чтобы лишний раз не напрягать. Да я уже прожал. Нет, айсбаунд есть у тебя же еще. Сейчас голова будет сильно. Ну нахуй. Кирос, дай ДР по-быстрому или по мне. Там 2% уже, хуйня. Все. Ебать. О, ВП один прохили. Все, хили ВП. Иннер, закинь по ВП. Кирос, помоги подхилить. Как? Ты тоже прохил? Спокойствие, звезда. Танку, да. Ебать, меня шотнуло. Круто. Бля, ну там последний голуб у нас залетел почему-то. Бейте, подольше бить будете, но убьете. Да, я вот да захилил тебя. Побыстро двигался, закинь руки, если есть. Всё, а чё, он могучий топор щитки пробивает или так больно бьет? Он на ауе бьет больно. Я понимаю. Вы под топот не кастуйте, он больнее бьет. Каст останавливается под топот. Танку сам себя хили этими вспышками. Поставь на себя щит. Это... да. Помогай я выбрать. Пятьдесят процентов херня добить, я считаю. Главное, чтобы его бы не шотнуло. Да, у нас сейчас есть. Что-то этим троем галопы залетали больно вообще. Да, вообще ебнутые какие-то. Последний голов, блядь, испортим, он бы уже заходил сейчас. Да. Именно у дамага не хватает. Сейчас надо прохилить нормально. Кирос, дай пример по танку. У меня КД же его бы давал. Все. Кирос, себя. И... а я прожал. Маны не вообще. Ну все, можешь себя не хилить, просто бег. Да и ВП фул мана. Сейчас галопом убьет, бля. Этим топом. А нет. Попробуй желтый джаггер прибить. Синяя тут не нужна уже никому. Желтый джаггер побей. Но у меня, блядь, не выставлено. У него спрятан. Вы уже добиваете, там 400 тысяч. Не жаган. Замыкал тут. Все нормально, ладно. Джаганат. Лёха, ачивку. О, перчатки тканевые. Опять, как в тот раз. Это же самое. А где кольца? Значит, колечко упадет. Тебе эти кольчужные нужны на РПО? У меня сделаю кольцо, ой, кожа. Чем через верх сразу пойдем? Или сейчас что? Зачистим трэш. Кирос, пять не станка. Быстрым трэш и на диву. Ох, а это танк? Будет долго. Да. Нет, вообще лут падает. Лут некому просто отдать. Только мучение надо вызывать для того. Сейчас подойдет. Манга, дай стол. Пицца надо. Реально. Стой, подожди, дай от пиццы все. Его Бакерус воет. Че такое? Нет масла. Масло не любит. В смысле, нет, я... надо было выйду масло. Я же юзал масло. Плюс ГП. Куда оно пропало? Ты же мишки, другое тело, наверное. Не агрить или нет? Да, да. Все. Хорошо. Все. Халява, ты где? Иду, я чинился. А, реально починился, ребята. Я побежал. Подожди, трэш потом.
Не сломаешься. Не красный, нормально. Ой. Гнев есть? Надо да, сейчас. Да, да. Сразу следующий. Починимся потом. Да еще хламобот. Я не могу выбрать цели с Алёхи, блин. А, через таб просто, блин. Дима, еще одно слово и... Я исчезну, да. Ты что, ты исчезнешь? Я буду ходить в твоем фрейме. Я хотел из Вольтеру. Да. Там и стан, и там и снижение урона. Ломобота. Извините, я не по крысам. Ты уже взял? Да-да-да, в уголке стоит. Пушистые. Около экона. Нет, они крысы. А чё так мало? Да. Они же крысы же, они типа не пушистые. Дал гнев. Денис. Ну, у тебя своё восприятие, Денис. Что-то недолго ревор ханта заносит. Что, на да, кстати, в ГМ тоже об этом говорили. Ребята, не надо. Ебать, и главное, души не въебал перед смертью. Лёха, я запомнил. Ледяная коса. Как он ему ледяной? 27 22. Ты мне должен был бы. Кого? Он всем должен. А. А чё этот трэш так долго падает? Я упал, вот и трэш. Просто там кони дамажит, вот и вот и долго. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Экона убили. Ебать. Бедный Дим. Верклинков, кстати. Беднягам. Вот этот вот череп. Сразу починитесь. Там за счет ГБ можно различиться. И все пошли чиниться, когда моб висит, блядь. Да. Вот у тебя богатая гильдия может считаться за счет каких-то денег. А вы знали, что такие деньги я перед уходом из игры закинул туда? Че? Твой когда помнишь из игры уходил, а когда выкинул все, что у меня было. Да, ну... Ты не можешь сейчас повышить Зентуриона? Чего? Да, он мне. Ой, блин. Еще и маме сидит. Сташку. Что-то дышать начнем? Убежал. А этих мобов разве отворачивать нельзя? О, не надо. Ну, видишь, Мишка вон. Так что мы по кайфу. А Михалычу все заебись. Вы же не умираете. Вообще-то твой хил умер уже. Так это умер он из-за вас. Это вы его убили. А не мобы. А веер клинков мобы умеет, да, делать? А чё он нашиковал? Я чё сагал там? Там ледяная коса, да. А чё все на меня, ебать? Ты самый опасный. Ты самая красивая. Самая гламурная девочка. Да, у меня. Ну-ка, крылья прожал, как все легли, ебать. Ну ты 16к дал, кстати, здесь. Нет, это в том прикол, то что они заагрили сразу после не добивания. А, то есть один дабл, я понял. Так, эко на инер закинь. Или там уже подняться можно. А что и не... Ну там, в общем, можно было бы пройти. Зачистить? Нет, так все равно ее чистить же всю комнату. Да нет, не надо. Там... А что вы... А тут кто-нибудь...
Бля, нам же на дело надо было через подвал, но плохо. Так нам все равно придется бредить. Вверх чистить, да, нам... когда на смотрите допадем. Да, и к морозу потом, когда спрыгнет, там все равно чистить. Ну ладно. Просто я не уверен, что мы успеем и гнева, и мороза. Ой, и гнева. За час у нас час остался. Час 15 где-то. Если на морозе... Час 8. Ой, если на деве не будем лайк? На деве вряд ли лайкнемся. А вот на морозе может? Да и на морозе. А, мне опять билд надо будет менять. Где менять? Под массакру? Да. Не, не надо. Выживем, надеюсь. Ну тут не давай это. Свой ледопад. Не, у меня его нет. Я забываю пить. Да ебать. А. Кто с река? Нет. Надо в дубыне маленькие хитрости отключить, они просто мешают мне. Я же тебе про что говорил. Я точно так же подключал все, и ханта на пулы. Ого. Главное, маленькие хитрости по два раза показывают. Золотой дрель. И перенаправление тоже по два раза. Почему они тут стоят, блин, в обрезке? Ой! Чё он засадил? Ой, тут... А мы не на деву сразу? Мы на деву, но он сандрил. Я думал, там стрелы не а они стоят вон на меня смотрят, вон те петухи. И кто сагрил, мне интересно? Какие? А, да, кстати, вон на столе челики стоят. Фантомный гой? На ДК в цели. Грипни! Лёха, грипни. Где? У тебя 5 раз два огромные. На столе стоят. Фантомный гость. Там никого нет. Ой, бля! А я не вижу. На сил не дотянется. Видимо, не снимает. Мне проще самому на своей грипку научиться. Давай я тебе подарю ход. Но он чекантужен просто. Давай, заберите это там. Я подложу. Бля, сейчас весь всю комнату загрим будет. Блять, а эти как? Звездопада тут-то нет? Согрелись с правой стороны опять. Да ёпту его, мы что теперь морозы первым будем брать? Нет. Да ну так-то не сложно. Мы... Да, но там хуйня может случиться всегда. Это да. Танцы кто-то не закроет, не понимаю. Кто первый раз. А, ни на кого не намекаю. Кто первый раз здесь. Придется за Лёху два раза бегать. Ну хули, я закрывал только деву. По сути, у Лёхи есть блинк эридарский. Давай, давайте лучше мороза. Тут нет, боты падают. Сапоги ну, мухал. Ну ладно, давайте с первого мороза. А что равно... бегать в танцы только и все, там легкий запомнить после кого бежит и все. А что там? Я не вижу. Бля, тут всю комнату чуть-чуть. О. Почему вы так долго ложаться вообще? Урона 0. Я не знаю. Это у нас урон меньше, видимо, стало. Когда скачали детей. Да при чем тут это? Мобы реально долго падают. Ну так у них жизни по 1 500 000. О, боешку. Забирайте. О, лис. Ох, ебать вы там. Там кто-то бежит из мороза? А, я думаю, мороз бежит уже слева. Смотрю кто-то. Периферическим зрением. Здрасте. Гнев? Да. Дай этот сальво посоветую. Я сейчас очень много трэша бью. А лучше Боб сразу. Полагал, ложу. Ты Боб дал? Угу. Отлично.
А как прокс Тринки выглядит с ЦЛК? Что-то я, у меня не прокает она. Какой прок? А, 400 АП. Клыкастыш? Ледяная ярость. Ой, с кольца прок этот. А, там? Я тебе сейчас скажу, подожди. Прокает, да. Какой-то воин вроде сейчас. Я его отсматриваю. Воин ледяных пустошей. Сейчас. А, я думал, ну как Трини с толка пробует, и у меня сразу в голове воля. Не Трини. Закаленный льдом воитель, что такое называется? Так, бля, а вы... дорог ебись. А выглядите, не знаю, прокнет, скажу тебе. Да, блядь, я вот бью сколько трэша, но не прокает. Сейчас скажу. Вот, Криспер, мне... Короче... Тут сопроты не надо? Не. Тут уже вообще сопроты не нужны будут, можешь сразу пить. Рыба. Такие глазки. Так, да, кстати, одна антирыба. Бьем баронессу, потом Рафу. Раф постоянно стан кидает. Диспель ты. Лёха, отойди. Блять, отойдите. Метки раскину сейчас. Бьете вот здесь, у стола. А где рыба? Да вот. Рыба стоит, Лёха стоит рядом. Так, левую закрывает. Быстро двигался, Киртон. И ты. И я, получается, да. Из РДД, потому что хилы нас закрывать не будут, хилы будут есть, если что, рыбу. Если много стаков будет. А правую закрывает первый, получается. Давай халява. Я. Да, ты у тебя потому быстрый бег и сразу. Потом второй танку. Третий, Леха, ты будешь закрывать в печеньке. Смотри, будет появляться белый луч, вот как метка, только белый луч. И там возле нее мобы будут. Ты просто заходишь в белый луч и 10 секунд танцуешь, все. После танцев подбегаешь к столу и съедаешь рыбку, либо кабанчика. То есть не возле печеньки обязательно, он может быть везде, но на этой стороне, то есть где печенька, на этой стороне. После этого на тебе будет дебаф, голод на 1 час, по-моему. И пока ты что-нибудь не съешь со стола, у тебя будет этот дебаф, ты меньше урон будешь наносить. Ты ешь кабанчика, на любом столе ищешь его. Если нет кабанчика, ешь рыбку. Любую рыбку находишь, вот как сейчас на столе. Она будет появляться после каждых танцев. ДДшникам желательно есть этот. Ну, Леха, ты когда будешь танцевать, ты можешь камерой отвернуть и уже искать этого кабанчика, чтобы ты не бегал потом, не терял время и искал. Кабанчик, рыбка. Но желательно кабанчик, конечно. Танки, если что, могут есть этих пудинги. Если стаков много, тогда едите только. ДК у нас держит Мороза, а остальной трэш держит Кирос. Потом вы просто свечитесь после каждого удара. После каждой третьей метки надо будет сейвы прожать. Под первый сейв... не знаю, под первый сейв, наверное, ИВБ на всех щиты повесит, мы должны выжить. Под второй сейв айсбаунд зададим. Каждая третья метка... Я айсбаунд лучше под первый и под третий, да. Окей, тогда под второй как-нибудь выживем, не знаю. Я буду стоять дальше всех на второй фазе, чтобы Гароту на себя ловить. И все. Гароту и метку на себя ловить. Леха, понял, что тебе делать? Леха, ты третий. Получается, в печеньку, если Нури говорит танцы, и появляется в печеньке, халява первый бежит. Ты это должен отследить сам. Тебе это никто не скажет. Да. Вот если танцы вовремя не закрывать, во-первых, мод, во-вторых, больше статков. Хилы не прохилят, у них будет сайленс и все. Так, давайте добавим пол. Кого первым? Первым баронессу, второго графа. Рафа. Потому что он сайленс. Так подожди, да, блядь. Я, вы пиздите, я нихуя так и не понял. Луч стоит в печеньке или где, блядь? Станки будут на этой территории. Это кто спрашивает? Один говорит, пускай. Это Ангратар. Короче, видишь, на этой всей плоскости до конца входа будет появляться белый луч, где там танцы. Ты сам увидишь, там мобы рядом танцуют. Ты просто в этот заходишь, свет, и все. Потом после этого ешь любую хавку, рыбу или кабанчика. Все, просто давай. Он появляется, сразу иду, я понял. Не да, да, да. Алло. Ты должен до ранее идти, когда танцы пришли. А. Ты третий по очереди. В печеньку. 4, 3, хорошо, а кто 2, передо мной? 1. Я. Перед тобой танкова. Я раздержу баронессу, все. Убиваемся сильно в баронессу.
точечно было нас сыграли. Танку по себе салют, да, не умри сразу. Быстро разбирались. Касс сбивайте, я на ману сжигаю. Да, начались. Танцы, первые танцы, печеньку, халява. Халява. Тан. Только с бурей его не слим. Все, добиваем баронессу. Танки съешьте, пудинг, если съешь, пудинг съешь. Быстрее съешь что-нибудь. Тан на мне. Танцы вторые. Танц. Хайдер, быстро двигался. Баронессу добиваем. Такая, если видишь пудинг, тоже съешь его, пожалуйста. Три ставка. Танцы, пиденька, танку. Все, барона Рафа бейте, крест. Барон Раф, крест. Все, Лех, ты... Его добиваем, после этого можешь и морозы слопать. Звездопадывай меня. Танцы 5 секунд, готовьтесь. Лех, можешь уже подбегать туда ближе. Да, заранее, смотри, если там есть. Три танка, пиртал, пиртал. Ай, привет, беги, беги. Под ускорением сразу. Хилы ешьте рыбку, если есть нас. Вот здесь кабанчик возле нас стоит, РДД, видишь? За это Лёхе надо будет есть. Да, Лёха съест. А там, там куты съел? Ты не ел до этого? Не забыл, сорян. Ешь любой, любой, что ты ешь, танцы. Блять. Кирто. Что-нибудь найди на столе, съешь. Рыбка у нас стоит, у танков. Рыбка на столе втором, у танков. А, понял. Быстрее. Давайте барона добиваем. Танцы 5 секунд. Опять халява, ты будешь бежать. Если я там, знаю. Если нет, я трубу умер. Все, съел. Чинка, давай. Я там. Все, барона бейте. Барона Рафа добили. Все, теперь морозы сиди. А где мне есть что-то? ДК, скажи, когда на тебя. Около танка рыбка есть, около танка. Ну, она уже... нет, а, нет, есть, есть, есть. Есть, есть, ешьте. Танцы. Танцы. Опять там танку съела. А у меня Лёх, КД. Следующий. У тебя КД? Бегите быстрее туда. Я пошел, пошел. А почему не откатилось? Ты рыбку поздно съел, поэтому у тебя КД было. Танцы, танцы вторые закройте. Вот опять. Иду. Осторожно, не убить. Тоже КД. Все нормально. Нормально. Нет, он не я танцует. Я не танцую. Я танцую. Блять. Так, блядь, я вас... Лёха, ты, значит, следующий бегишь. Если... Вон кабанчик на столе стоит. Все, все. Геру дали, все близко подошли под танку. Все под танку. Я на рейндж стоим. Забираем. Смотрите. На Керуса кинь этот СС. Танки сами, я не буду ничего делать. Что? Забираем. СС на Керуса. Дальше знаешь, куда забирать? Да-да-да. Фулбурс, первая метка на мне. Что, все, танца больше нет или что? Нет, нет, просто бей морозы. А. Вторая метка сейчас, готовься под третью. Экону инер закинул, все. Третья метка. Через 8 секунд айсбаланс, дай сразу. Можешь чуть заранее сдать даже. Вот сейчас. Все. Череда. Он дал череду? Нет. Вот да я, да я, да я. Вот, да. Как раз айсбаланс здесь, найс. Все, на мне горот. Надо будет меня прохиливать на метку. Первая метка. Вторая метка. Ух ты.
вторая метка. Сову прохил? Это что так много урона? Вы Мороза поверните, он кливает, кажется, Мириком. Никого да, там кливает. Керуса тоже ставит перед танком, потому что он, видишь, поворачивается, кливает больно. Чуть подальше от этого Мороза встаньте. Третью метку, походу. Сову прохил. Сейчас сейф надо. Прожимайтесь. Можно гимн хасать. Нормально, нормально. Все, выживу. Все. По третий еще айсбаунс дашь, да, если что? Угу. Все. Просто добиваем. Ну дайте мне боты, пожалуйста, пожалуйста. Да надо убить теперь. Да ты долго много будешь думать, они не убьют. Сову прохил на фул, на фул, на фул, на фул. Иначе умру сразу. Не, на мне две горота. Инвер дам через 40 секунд. 2.5 ляма. Да, уже почти добили. А у кого не сломан рекаунт там или скан? Ты на 4 месте 9700 тысяч. А, серьезно? Я у себя даю 17 тысяч. Нет, я этот... Пожалуйста. Типа я-то думаю, я слишком маленькие цифры выдаю, я не могу 17 тысяч. Тут на перебежке забил. Станциями еще пока рыбу найдете. Все нормально, заебись. Че там? Дай бог. Плач на ДД по-любому. Отлаги ему шан, блядь. А ты выебать, смотри, мне специально эту дали на пи. Достижение. Достижение дали за что? За то, что я бухой его убил. А, блядь, такое достижение есть? Да. Алкаш. Бля, я теперь хочу вот это. Дробяк. Ебать, боты упали. Дробяк уже. Локи не носит дробяхи, да? Я не носит. Давай я тебе кинжал отдам, он дробяк. Давай. Где дробяк? Если только, конечно, его пони взял, но у него посох. Ой, сапоги выйдут. Сюда. А кто сапоги забрал? Я забрал, да. На. Керусу тоже по идее эти сапоги хочет, да? Не, мне халяву кольцо уступил. А, все. Сейчас быстро двигался, отдам этот. Вообще-то... Сегодня у Сани день рождения. Мне тогда кольцо уступил.